Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видео обзор на вот такую вот пасту шоколадно-ореховая 350 грамм, бренд 365 дней, продается в ленте. Вот отличная цена, круглый год. Так она вот выглядит, не то чтобы неровно налита, ну, на стенке налита немножко. Так, срок годности 12 месяцев. И на состав фотографии будет в конце ролика. Он очень-очень мелкий. В принципе, кому интересно, можете нажать на стоп и сейчас прочесть его. Вот. Изготовитель. Ну, в принципе, да, вот все видно тут. Когда я стояла в магазине, мне тоже был виден состав. Но когда пришла домой, я его не увидела. Видимо, в магазине светло очень. Вот, давайте его откроем. Здесь есть такая крышечка, которую, если вы не доели, можно потом закрыть. Вот. Ну, единственное, знаете, мне не понравилось, когда еще его фотографировала, то, что здесь паста написана вот с одной стороны, а этикетка с другой стороны. Это минус. Вот, в следующий раз я пойду, когда в ленту, я посмотрю, все ли они одинаковые. Мне кажется, все, потому что они штампуются, наверное, просто. Вот, то есть, оно вот, как бы фотографируешь, хочется, чтобы и тут было видно, и тут. А тут, получается, кверх ногами. Вот, потом я вам в комментарии отпишусь. Вот, здесь есть язычок. Кстати, ее берут очень хорошо, там были другие бренды. Вот, давайте посмотрим. Вот она у меня лежала не в холодильнике, поэтому думаю, мешает она мне. Трясется. Кажется, что она прям сейчас такая густая, как шоколад. Но нет. Ну, в принципе, да, она такая. Можно немножко стаканчик подогреть где-нибудь. Так, не видно? Такое там ощущение по бокам, как будто оторвалась она. Давайте ее попробуем. Теплая, нежная. Ну, она потому что не в холодильнике была. Сладкая в меру. Чувствуется орех, фундук, это, господи, фундук, лесной орех, по-разному называют. Сладкое в меру. Орех, кстати, прям хорошо так чувствуется. Вкус его есть. Такая очень прям сладкая, вкусная, мне очень она понравилась. Ее можно подарить, порекомендовать можно. Единственное, конечно, вот это вот мне не нравится, вот то, что вот облилось. Вот, если честно, у меня на фундук аллергия. Пока что я ее не чувствую. Такая она прям мягкая, ее можно намазать на бутербродик сверху. Ну, не сильно мягкая, хотела бы, конечно, посильнее, чтобы она была более нежная, более мягкая. Но немножечко она даже жестковатая. Ну, нормально, сладкая такая, вкусная. Мне понравилось. Немножко, кстати, даже, может быть, приторно сладкое немножко, потому что мне прям захотелось так пить сразу. Обычно мне не хочется, а это мне прям захотелось. Ну, для всех по-разному. Вот, я думаю, если ее немножко в кипяток положить и нагреть, то она будет немножко, еще немножко понежнее. Также она под зубами не хрустит. Все там прям перемолото хорошо, никаких орешков не чувствуется. Как бы вкус я чувствую, а вот самих орешков нет, это очень хорошо. Можно свои добавить. Очень вкусно, очень понравилось. Попробуем. Ну вот она, в принципе, вот так, видите, я нажимаю. Вот она довольно такая жестенькая. Помягче хотелось бы. Они, видите, какие.
Вот она. То есть держится. Ну, жесткая, да. Ну, обычная такая. Самая дешевая. Стоила там она 60 рублей. Поэтому ее берут хорошо. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии, пробовали ли вы ее, понравилась она вам, может быть, какие-то рецепты у вас в ней есть. Интересно послушать. И всем пока-пока.